Значит, сегодня у нас 30 июля 2018 года, 20 часов и 43 минуты. Я вот загружаю мое видео на мою страницу Фейсбука, вот, по которой вы меня смотрите. Также я вот здесь несколько других моих, это вот с Ютуба я загрузила. А так вот, загрузила уже мои видео, которые я с него сегодня сняла в мою мейлинге. Вот, также написала информацию. Что я вам хочу сказать? Это вот по поводу того, что слушайте, что говорят. Вот Василий Валерьянович просил меня, как я там платье одно вам показала, потом сказала, что я усовершенствую. Вообще вот это платье я отдала уже моей кошке, Матильдочке, Матильда Филиси де Бассе, обратите внимание, шикардос. Он мне сказал: Татьяна, можно вас попросить не резать платье, не резать одежду, потому что я вот Василию Валерьяновичу вот такие мешки с одеждой отдала, когда он в прошлый раз приезжал, в общем, платье и так далее, а он говорит: можно вас попросить не резать. А сейчас я вам объясню, почему, я даже не знаю, он сказал, или в общем что. Обратите внимание, платье, сейчас я его буду резать. И сейчас тут поближе себя засниму и расскажу вам, что к чему. Сейчас я вам расскажу. Вот. Почему было так сказано? Ну, это не к нему, я не знаю, это не к нему, это к тем людям, которые хотели сказать, это не ее одежда. Это не ее, это не она отдала, это мы отдали. Просто когда я эту одежду режу, вы понимаете, да? Когда я ее режу, значит, она моя, я еще шубы буду резать. У меня есть шубы. Вот там Василию Валерьяновичу лежит одежда. Сейчас я ее порежу. Порежу сейчас одежду, сделаю шикардос. Вот, потому что почему? Вот почему это вот так? А потому что, ну, пусть она там снимает, пусть она там позабавится. А мы скажем, что это мы, это наша одежда, она нам отдала, мы уже там, понимаете? А когда я ее режу и совершенствую, это значит моя одежда. А это вся моя одежда, которую я отдаю. Я купила ее за мои личные деньги. Это моя одежда, которую я отдала и, возможно, буду еще отдавать. И вот это платье. Так что вот, сейчас я его прям вот это вот, вы обратите внимание, видите, оно длинное. Вот оно, сейчас я его обрежу. Обрежу, вот так вот обрежу и одену. Вот так вот. Так что вот и слушай. Наймите адвоката, как он мне все говорил: Татьяна, вам нужно нанять адвоката. А я ему говорю: Василий, вы знаете, адвокат будет ходить и снимать денег. Это знаете, как это? Дайте мне еще денег называется. Как мне говорила эта Лариса, в общем, что-то там ей какой-то адвокат сказал, что... В общем, учил он ее. Он говорит: к вам клиент приходит, смотрите, как он одет. В зависимости от того, как одет и сколько у него денег можно снять, вот столько и говорите. Сколько с него можно... по большику денег снять, столько и говорите, сколько это будет стоить. Вот вам и адвокаты. Так что вот такие вот дела. Я все думала, чего там эти американцы адвокатов не любят. Так что вот, я буду резать. Вот там еще лежит одежда, я специально разрежу. Я, наверное, там себя очень мелко на троне-то показала. Так это издалека. Вы меня там не совсем увидели, кто эту одежду отдал. Вы там меня не поняли? Я ее сейчас всю буду резать. Вернее... я ее буду совершенствовать, я эту одежду буду тут дизайнами. Сейчас я дизайнами и шубы, рукава у шуб отрежу, будет такой шикардос, такая летняя шикардос у меня будет. И вам покажу. Так что вот, так что я еще не все видео загрузила, сколько я вещей отдала, сколько я с гаража вещей отдала, сколько я здесь отдала. Вот, для чего? Вы не режьте, чтобы там кто-то сказал, что это кто-то отдал, и куда она пошла, в общем, что... А она там пусть сидит, эти штуки закрыты, там подводная лодка, она тонет. У меня эти штуки не открываются. Что там у вас происходит? А эта подводная лодка тонет. Когда тонет, воздуха нет, у них на определенное количество времени, а потом все. Вы меня поняли, да? Вот они. А возможно, в понедельник вам фазы дадут, сказал председатель. Вот уже понедельник наступил, а где наши фазы? Фазы, где фазы? Вот у меня все закрыто, я здесь сижу. Вы поняли? А что такое происходит? А эта подводная лодка тонет, суки. И одежду я отдала. Наверное, я там себя очень мелко показала. Так, вы так подальше себя. Подальше и так это
лицо, чтобы вы такие, такие, такие-то красотки были. Вот такая там эта красотка, а мы сказали, что это мы. Это мы отдали. Это мы ему отдали. Она вот, вот что-то, это мы все отдали, это наша одежда. Вы поняли, да? И он сказал, нет, резать не надо, адвоката там, наймите, Татьяна, адвоката, что-то там еще такое, что-то там еще там это, да. Так что вот, по поводу слушать и не слушать, в общем, смотрите. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин, это я.